Привет! В современной жизни мы пользуемся кучей сайтов, и приходится на многих регистрироваться, а значит, надо помнить много логинов и паролей. Можно, конечно, записывать важное в блокнот, чтобы потом судорожно вспоминать, где что записано. Или сохранять все свои логины и пароли просто на клочке бумаги. Кто взял туалетную бумагу? А, вот она! Куда там мы пароли? Но, как видим, это ненадежный способ хранения. Блокнот и бумага могут потеряться или испортиться. Поэтому предлагаем простой принцип создания паролей, который позволит вам их помнить без бумаги. Итак, например, вы хотите зарегистрироваться на Facebook и нужно придумать новый пароль. Первые 4 буквы пароля будут взяты с адреса сайта, в нашем случае FACE. Затем желательно, чтобы в пароле были цифры. Берем для примера последние цифры вашей даты рождения. Допустим, 10.02.1985, значит, будут цифры 0, 2, 5. И концовку пароля сделаем так. Возьмите вашу любимую пословицу или фразу. Например, без труда не вытащишь рыбку из пруда. И берите первые буквы этой пословицы английскими буквами. У нас получается B, T, N, V, I, R, I, P. Таким образом, для Фейсбука новый пароль будет выглядеть вот так. FACE 025 BTNVIRIP. А для вашего Инстаграма пароль будет такой. Берем первые 4 буквы этого сайта и дальше наша концовка пароля. Получается INST 025 BTNVIRIP. А ваш Твиттер будет тогда с таким паролем. Опять первые 4 буквы твит плюс концовка пароля. Получается TVIT 025 BTNVIRIP. И так далее. Для каждого сайта будет свой пароль, который только вы легко вспомните. Этот же механизм можно применить и для создания логинов. Но порядок создания логинов и паролей придумайте и будете помнить только вы. Поэтому можете держать в голове принцип создания ваших паролей к любому числу сайтов или сервисов. Главное, чтобы вы не забыли этот принцип или не напридумывали еще кучу своих принципов. Иначе придется писать все логины и пароли снова на клочке бумаги. Подписывайтесь на канал «Мы в мире», ставьте лайк и делитесь этим роликом со своими друзьями. Всем отличного настроения и до скорой встречи!